Доброго дня, шановні пані Тепанове. Український кризовий медіацентр продовжує свою роботу. І тема наступної прес-конференції – аналіз порушень прав людини в окупованому Криму за перше півріччя 2020 року. Сьогодні наші спікери – пан Іскандер Барієв, голова правління Кримсько-Татарського ресурсного центру, а також Ельвір Сагірман, менеджер з комунікацій Кримсько-Татарського ресурсного центру. Запрошую вас до слова. Добрий день, уважаемые дамы и господа. Мы, как обычно, каждый квартал мы проводим пресс-конференции, на которых даем информацию, даем анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Ну и, соответственно, сегодня мы хотим вас ознакомить с нарушением прав человека, с нашим анализом, с нашим мониторингом за первое полугодие 2020 года. И в своей презентации мы попытаемся сравнивать с данными 2019 года за такой же период. Итак, по данным анализа за отчетный период российские силовики провели 23 обыска, 48 задержаний, 52 допроса. Общее количество арестов составляет 150, 28 это, из них 28 это новые аресты, 122 это продление сроков содержания под стражей, 231 случай нарушения права на справедливый суд, 74 на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. Также зафиксировано 27 случаев этапирования политзаключенных Крыма. Количество нарушений по сравнению с прошлым годом за аналогичный период значительно уменьшился. И мы в первую очередь это связываем в связи с карантином, в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но я думаю, мы сейчас в процессе по каждой категории расскажем более подробно и в том числе уделим внимание на то, где были нарушения или по каким категориям были нарушения, в том числе и связанные с карантином, а коронавирусной инфекцией. Итак, первая категория – обыски. Незаконные действия оккупационной власти – обыски. Как было уже сказано, общее количество обысков – 23. Обыски в домах крымских татар – 13. Данный показатель значительно ниже количества обысков за первое полугодие 2019 года. А так, в 2019 году за первое полугодие нами было зафиксировано 73 обыска. Как я уже говорил, мы больше связываем это все-таки с карантином. За отчетный период больше всего российские силовики обыскивали дома крымчан по подозрению в причастности к запрещенной в Российской Федерации организации Хизб-ут-Тахрир, свидетели Иеговы. Такие обыски носят системный характер и свидетельствуют о религиозных преследованиях в Крыму. Ряд других обысков были связаны с якобы подготовкой терактов в учебных заведениях в Керчи, участием в добровольческом батальоне имени Нумана Челебиджихана и шпионажем в пользу Украины. Якобы шпионажем в пользу Украины. За отчетный период я не учитываю, мы сейчас не говорим о последних обысках, которые проводились уже в июле, потому что они перейдут в следующий отчетный период. Наибольшее количество обысков было зафиксировано в марте 2020 года. Также относительно данной категории во время обысков продолжались нарушаться права людей. В частности, во время проникновения в помещение были зафиксированы, то есть в жилье, были зафиксированы случаи повреждения имущества. А также обыски проводились в том числе и в отсутствии хозяина или было зафиксировано подбрасывание литературы запрещенной. Следующая категория – это задержание. Как я уже говорил, общее количество задержаний 48. Задержания из них 16 в отношении коренного народа. По сравнению с первым полугодием 2019 года было зафиксировано количество задержаний значительно меньше. Так, в 2019 году было зафиксировано нами 69, что в принципе в полтора раза, можно сказать, меньше. Опять же, мы это связываем в связи с коронавирусной инфекцией. Так же, как и обыски, задержания связаны именно, проводились задержания по отношению к людям,
которым выносили подозрения в причастности к запрещенным в Российской Федерации организациям Хизбут-Тахрир, свидетели Иеговы, в якобы участии в батальоне имени Нумана Чарибиджихана и по подозрению в якобы публичных призывах к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. Также обвинения в приобретении, хранении или перевозке взрывчатых веществ и боеприпасов. Также задержания нами были зафиксированы за этот период на административной границе с оккупированным Крымом. Я хочу напомнить о том, что административная граница была закрыта с обеих сторон определенное время, поэтому, но при этом до закрытия границы нами были зафиксированы ряд таких вот задержаний. Следующая категория – допросы, опросы, беседы. Общее количество нарушений 52, из них в отношении крымских татар 21 допрос. По сравнению с прошлым годом за такой же период 97 было в прошлом году, 52 в этом году. То есть, опять же, мы наблюдаем почти в два раза уменьшение. Опять же, мы это связываем с коронавирусной инфекцией, с карантином. Опять же, допросы связаны в первую очередь в отношении людей, в отношении которых обвиняют к причастности к запрещенным в Российской Федерации организациям Хизбут-Тахрир, свидетели Иеговы, якобы участие в батальоне Нумана Чарибиджихана, опять же, якобы в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, экстремистской деятельности, якобы в шпионаже в пользу Украины. Но и, кроме того, за отчетный период были зафиксированы случаи допросов родственников политзаключенных, религиозных деятелей, активистов крымско-татарского национального движения. Следующая категория у нас – аресты. Пожалуйста, Эльвир. Следующая категория – это аресты. И в первом полугодии 2020 года нами было зафиксировано 150 случаев нарушений, таких нарушений, 115 из которых по отношению к представителям коренного крымско-татарского народа. Данный показатель, в свою очередь, делится на две категории. Это новые аресты и приговоры, которых, по нашим данным, насчитывается 28 за отчетный период. И продление сроков содержания под стражей политзаключенным Крыма, которых нам удалось зафиксировать 122. В данной категории мы также наблюдаем некую тенденцию на снижение по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. И в том году нам было известно о 200 случаях арестов. Однако политика удержания политзаключенных под стражей и новых арестов остается неизменной, можно сказать, даже с начала оккупации Крыма. На слайде вы можете увидеть перечень людей, которые за отчетный период, которым за отчетный период огласили приговоры. Так, например, 5 марта Джанкойский районный так называемый суд приговорил Сергея Филатова к 6 годам колонии общего режима за якобы организацию и участие в ячейке свидетелей Иеговы. Далее приговорили Дениса Кашука к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы по подозрению в якобы хранении взрывчатых веществ и боеприпасов. Есть случаи даже ужесточения приговоров. Так, например, 4 июня пересмотрели приговор Ялтинского городского суда в отношении крымчанина Артема Герасимова и заменили ранее назначенный штраф на наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. И также известен случай, когда в июне так называемый Севастопольский городской суд приговорил местного жителя, к сожалению, его имя неизвестно, но наша организация работает над тем, чтобы выяснить, кто это. Его приговорили к 10 годам лишения свободы якобы за совершение преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации «Шпионаж». На следующем слайде вы видите перечень людей, которые за отчетный период были взяты под стражу либо же так называемыми судами на территории Крыма, либо же судами на территории Российской Федерации. И тут уже Искендер Анверович частично говорил, за что задерживали крымчан, по каким обвинениям. Я тут могу лишь повторить, что за первое полугодие 2020 года
крымчан и других граждан Украины задерживали за якобы участие в организации Хизбут-Тахрир, свидетелей Иеговы, которые на территории России признаны запрещенными. Далее это по подозрению в подготовке террористических актов, якобы по подозрению в шпионаже в пользу Украины, якобы за якобы экстремистскую деятельность и так далее. Есть заочные аресты, так, например, заместитель генерального директора телеканала ТР Айдер Муждабаев был заочно арестован за якобы призывы к терроризму. И стоит отметить, что это уже не первый такой случай, когда суды либо на территории Крыма, либо на территории Российской Федерации заочно арестовывают людей, которые находятся за пределами полуострова. И такие тенденции мы фиксировали и в предыдущие отчетные периоды, и в частности, и за первый квартал 2020 года. Следующая категория – это нарушение права на справедливый суд. Категория, которая у нас всегда демонстрирует максимальные показатели, поскольку суды или судилища, можно сказать, на территории оккупированного Крыма стали сегодня повседневностью, стали регулярной практикой. И так в первом полугодии 2020 года нами зафиксирован 231 случай нарушения права на справедливый суд, 188 из которых в отношении представителей крымско-татарского народа. Стоит отметить, что данный показатель меньше прошлогоднего за аналогичный период, однако сама тенденция массовых нарушений права на справедливый суд свидетельствует, по мнению наших экспертов, о целенаправленном удержании более 100 политзаключенных Крыма под стражей, свидетельствует о неправомерном использовании российского законодательства в политических целях, в частности, с целью подавления ненасильственной борьбы крымских татар и проукраинских активистов и их протеста против оккупации Крыма. По мнению наших экспертов, такая политика является демонстрацией борьбы с религиозными и политическими убеждениями людей в оккупированном Крыму. Как мы уже отмечали, за отчетный период более 20 человек были взяты под стражу, как минимум 4 вынесли вердикт по так называемым уголовным делам, и также КРЦ зафиксировал 122 случая продления сроков содержания под стражей. И кроме того, стоит обратить внимание на системную политику отклонения апелляционных жалоб и ходатайств защиты в так называемых делах политзаключенных Крыма. Следующая категория – это нарушение права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья. И в данной категории Крымско-Татарский ресурсный центр зафиксировал 74 случая, 58 из которых в отношении представителей крымско-татарского народа. Данный показатель превышает прошлогодний за аналогичный период, это исключение. Тогда КРЦ зафиксировал 68 случаев, практически аналогичный показатель, 29 из которых были по отношению к крымским татарам. Тут стоит подчеркнуть, что количество нарушений почти в 2 раза увеличилось по отношению именно к крымским татарам. Нарушение права на здоровье связано с ухудшением состояния здоровья политзаключенных в местах удержания под стражей, с игнорированием ходатайств адвокатов, с принудительным помещением в психиатрическую больницу и неоказанием надлежащей медицинской помощи, особенно в условиях коронавирусной пандемии. И кроме того, ряд политзаключенных, по информации адвокатов, активистов, не были обеспечены средствами индивидуальной защиты в местах удержания под стражей. Следующая категория – это этапирование политзаключенных. Как раз эта категория, она не сильно отличается от прошлогодней по сравнению с другими категориями. Это говорит о том, что системно проводится, скажем, переброска или этапирование политзаключенных из Крыма на территорию Российской Федерации, соответственно, и в обратном направлении. Так, в этом году зафиксировано за первое полугодие 2020 года зафиксировано 27 случаев, из них в отношении крымских татар 23. За первое полугодие 2019 года было таких случаев 36 и 31 в отношении крымско-татарского народа. Некоторые политзаключенные были подвержены незаконному этапированию дважды.
Следующая категория – это другие нарушения. Здесь можно выделить ряд таких вот нарушений, с которыми сталкивались как жители, как граждане Украины, жители оккупированной территории, так и политузники. Так, например, в отношении Эльвиры Аметова, председателя Судакского регионального меджлиса, начались и судебные процессы, и, кроме того, его забрали для ознакомления с результатами экспертизы изъятых экспонатов, но ему не предоставили копии экспертизы, также не была представлена возможность сделать фотокопии. То есть это ограничивает право Эльвира Аметова дальше, скажем, проводить свою защиту именно в процессуальном плане. Далее, 18 января ФСБ запретило въезд в оккупированный Крым украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову. Следствие ФСБ в оккупированном Крыму включило состав 2-го симферопольского отдела Хизбут-Тахрир еще троих человек – Булгакова, Каурова и Ибрагимова. В данном случае мы наблюдаем за эти полгода тенденцию активного, скажем так, вынесения обвинений или проведения судов и применения заочных арестов решениями так называемых оккупационных судов. И, соответственно, таким образом нами зафиксировано таких как минимум 8 случаев. В данном случае мы говорим о постановлении о розыске Булгакова, Каурова и Ибрагимова. Далее известно за эти полгода то, что началось уголовное производство в отношении Мустафы Джемилева, лидера крымско-татарского народа, Рифата Чубарова, председателя Меджлиса крымско-татарского народа, Айдера Муждабаева, журналиста. И, соответственно, мы в отношении них, соответственно, проводится или выносится решение о заочном аресте. То есть мы в данном случае делаем акцент на то, что даже те люди, которые находятся за пределами оккупированного Крыма, они подвергаются преследованию и, соответственно, свободное и ограничиваются в праве на свободное передвижение, в том числе и на территорию родного Крыма. Далее, во время планового патрулирования украинские пограничники обнаружили в Одесском месторождении самоподъемные плавучие буровые установки Украины, то есть в данном случае оккупанты используют украинские средства, при этом переименовали в «Крым-1» и «СПБУ Таврида» и расположили или установили над ними российские флаги. Далее, 26 марта, так называемый Симферопольский городской совет присвоил название 29 новым улицам крымской столицы. Причем дали имена или назвали улицы именами мэра Москвы Юрия Лужкова, главаря ДНР Александра Захарченко и постпреда России при ООН Виталия Чуркина. Также зафиксирован случай, когда украинские активисты пришли с цветами к памятнику Тараса Шевченко и, соответственно, хотели исполнить украинский гимн, но силовики оккупационной власти не позволили, скажем, исполнить государственный гимн Украины. Далее зафиксирован случай, когда из почты России украли доверенность, отправленную крымским татарином Аметханом Умеровым, который был задержан 11 июля под Верховным Советом Российской Федерации. Документ мужчина направил российскому правозащитному проекту «Правовая инициатива». То есть таким образом ограничена возможность, скажем, политузников коммуницировать с правозащитными организациями для того, чтобы информировать о реальном состоянии дела. 17 марта в Ялте, так сказать, отпраздновали аннексию Крыма России. И несмотря на то, что действовал коронавирусный карантин по связи с пандемией коронавируса, соответственно, на мероприятиях собиралось более 50 человек. Далее мы будем возвращаться к ряду других нарушений, связанных в том числе и с днем крымско-татарского флага. И как раз таки я хочу обратить внимание, что определенным лицам разрешают проводить различные публичные мероприятия, даже превышая 50 человек, а кому-то запрещают. Далее, за этот период, за эти полгода,
президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом расширил перечень территорий, земельные участки, которые не могут быть собственностью иностранцев или иностранных юридических лиц. Добавив к ним, конечно же, и участки оккупированного Крыма. И здесь, конечно, мы уже ведем речь о нарушении прав граждан Украины, потому что оккупанты рассматривают уже граждан Украины как иностранцев. И, соответственно, еще, кроме Украины, еще 54 представителей 54 стран. В оккупированном Крыму Российский следственный комитет возбудил уголовное дело, как я уже говорил, в отношении Чубарова, Джамилева. Далее, начиная с февраля месяца, активно начали оккупанты предоставлять предостережения активистам, начиная с 23 февраля по 26 июня. То есть оккупанты целенаправленно, понимая, что могут быть какие-либо массовые мероприятия, связанные с годовщиной оккупации Крыма, связанные с депортацией крымско-татарского народа, с днем крымско-татарского флага, активистам начали предоставлять предостережения. И нами зафиксировано более 70 случаев, когда были предоставлены предостережения на такой длительный срок. Как я уже говорил, вот как раз таки двойные стандарты, когда с одной стороны запрещают проводить автопробег или запрещают проводить любое публичное мероприятие, с другой стороны мы видим, когда автопробеги проводятся 24 июня с портретами Сталина в центре города, и никто им не запрещает в центре Симферополя, или проводятся подобные мероприятия, о которых я говорил ранее. 70-летняя женщина пыталась въехать из оккупированного Крыма в Киев, но ее не пустили в связи с тем, что у нее был российский паспорт, и ей заявили, что она имеет российский паспорт и не может лечиться на полуострове. Хотя у нее была острая необходимость выехать на территорию материковой Украины для того, чтобы провести курс лечения. Подобных случаев, кстати, зафиксировано нами как минимум 3. Из-за указа президента о запрете людям без российского гражданства владеть землей в прибрежных районах оккупированного Крыма более 11 тысяч иностранцев лишаются земли. Во время патрулирования в территориальном море украинские пограничники зафиксировали присутствие кораблей Черноморского флота Российской Федерации в районе газоконденсантных месторождений. Причем эти случаи они учащаются. В оккупированном Крыму крымско-татарские активисты провели акцию «Байрах-Арикет», как я уже говорил, и постоянно их останавливали, и таким образом препятствовали проведению ненасильственной акции, которая, по сути дела, не несет никакой агрессии. Также наблюдаются в оккупированном Крыму в 7 населенных пунктах 8 провайдеров полностью блокирует 30 украинских информационных сайтов и 2 социальные сети, среди которых в том числе и сайт Меджлиса крымско-татарского народа. Я уже говорил о том, что над Эльвером Мамедовым начался судебный процесс. Его обвиняют по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, избыт и хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия». Конечно же, нельзя не отметить, что с 25 июня до 1 июля проводилось незаконное так называемое всеобщее голосование, которое, во-первых, противоречит Женевской конвенции, потому что политические действия, которые проводятся на оккупированной территории, и вовлекаются граждане Украины, которые проживают на данной оккупированной территории. Ну и кроме того, данные действия, они полностью противоречат, опять же, стандартам ОБСЕ. Ну и следующая категория – это пропавшие без вести. За данный период зафиксированы 3 случая.
В частности, до сих пор неизвестно нахождение 38-летнего Марлена Сергеевича Шевкетова, который пропал 13 марта 2020 года. С 20 апреля 2020 года недостоверна информация о местонахождении троих несовершеннолетних. Владислава Кузнецова, Павла Ломашинского и Мартина Байрамова. И с 28 апреля 2020 года нет достоверной информации о местонахождении несовершеннолетней Калаповой Екатерины Александровны из Симферополя. Следующая категория. Следующая категория – это нарушение религиозных прав. Мы зафиксировали ряд случаев, которые связаны с данным нарушением. И тут, в частности, стоит отметить, что за первое полугодие 2020 года нами зафиксирована такая некая тенденция, можно сказать, давление на имамов мечети в Крыму. И, в частности, вот во втором квартале текущего года мы зафиксировали возбуждение так называемых административных дел в отношении ряда имамов за якобы незаконную миссионерскую деятельность. Когда мы проводили конференцию по итогам за первый квартал 2020 года, мы подчеркивали, что так называемый муфтиат в оккупированном Крыму призывал всех, кто ведет миссионерскую деятельность, получать удостоверение от так называемого духовного управления мусульман Крыма. И те, кто будут вести такую деятельность без так называемой регистрации, они будут облагаться штрафом, а в дальнейшем и уголовной ответственностью. И вот уже во втором квартале 2020 года мы зафиксировали ряд таких случаев, когда имамов мечетей, на них заводили либо административные дела, либо их оштрафовывали. И в частности, вот есть случай, когда в конце апреля одному из имамов присудили штраф в размере 30 тысяч рублей за якобы организацию несанкционированного собрания, за незаконную миссионерскую деятельность. Также есть случаи, когда оштрафовывали также религиозных деятелей за публикации, например, на страницах социальной сети. И вот здесь вот по информации Министерства иностранных дел Украины, оккупационные власти Крыма продолжают систематическое притеснение религиозных общин на территории Крыма. И так, например, из 49 религиозных общин Православной Церкви Украины осталось 7, а из 23 священнослужителей – 4. Так. Следующая категория, мы ее прям отдельно выделили, это случаи вандализма, потому что зафиксировано 3 таких вопиющих случая, которые вызвали общественный резонанс как на территории оккупированного полуострова, так и на территории материковой Украины. Я подробно остановлюсь на каждом из них, потому что об этом нужно знать, потому что это такие вот случаи, которые действительно демонстрируют политику, можно сказать, ненависти по отношению к крымско-татарскому народу. Так, например, в канун наступления священного для мусульман месяца Рамадан вандалы в оккупированном Крыму закидали тухлыми яйцами мечеть села Коперликой, это Черемисовка Харасу-Базарского Белогорского района. Второй случай – это уже накануне годовщины геноцида крымско-татарского народа неизвестные совершили акт вандализма на крымско-татарском кладбище в селе Владиславовка Нижнегорского района. Вандалы разрушили надгробные камни, но российские правоохранительные органы, так называемые, назвали это внутрисемейным разбирательством. И последний случай, третий, который вот действительно поражает своей жестокостью, это 29 июня жительница города Кемерово Российской Федерации попыталась разбить памятный камень, на котором изображен крымско-татарский символ «тамга» и написаны строки из Корана. Данные действия сопровождались оскорблениями в адрес крымских татар и религии. При попытке скрыться с места преступления автомобиль не завелся. На место прибыли так называемые правоохранители. Но позже удалось установить, что женщину арестовали на 10 суток. Однако, и как заметил председатель Меджлиса, указанное административное наказание не соответствует тяжести совершенного преступления, которое должно быть квалифицировано как вандализм и рассматриваться с применением части 2 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Так, и следующая категория – это нарушение экологии Крыма. Мы стараемся максимально фиксировать данные случаи, потому что мы видим, что они приобретают системный характер на полуострове. И я вот сейчас скажу такие более новые случаи, потому что за первый квартал мы уже озвучивали. Так, например, русло Северокрымского канала в направлении Армянской Джанкоя находится в аварийном состоянии и непригодно для использования. Об этом свидетельствуют кадры аэросъемки с квадрокоптера, которые опубликовал Центр журналистских расследований. В Севастополе в микрорайоне Казачья бухта ведется строительство, заказчиком которого является Министерство обороны России. И там российские власти планируют строительство 22 жилых домов для российских военных. Также зафиксирован факт завоза строительных материалов для продолжения строительства на территории Карадагского заповедника. И также вот за 5,5 месяцев текущего года в оккупированном Крыму зарегистрировано 416 выбросов морских млекопитающих на побережье полуострова. Об этом свидетельствуют данные Центра изучения спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море». И для сравнения, вот за весь 2019 год они зафиксировали выбросы 468 особей. То есть уже за первое полугодие данный показатель практически приравнивается к показателю за весь предыдущий год. Так, следующая категория – это ненадлежащие условия содержания в СИЗО и тюрьмах и нарушение прав политзаключенных. Здесь, конечно, очень много информации, но я попытаюсь систематизировать и назвать основные. Но в первую очередь я хочу отметить, что за этот период освободились из российских колоний 3 политзаключенных, но в отношении них было назначено 8 лет административного надзора, то есть 3 таких случая. Следующее – это то, что политзаключенных помещают либо в спецблок, либо в ШИЗО. И нами зафиксировано за эти полгода порядка 19 подобных случаев. Причем по отношению к некоторым политзаключенным по несколько раз повторяют некоторых подобные действия. По отношению к некоторым политзаключенным, к примеру, в отношении Джамадинова, 92 дня его продержали в ШИЗО. Или в отношении Абдулаевых, когда их практически содержат по несколько месяцев. Поэтому здесь, конечно же, должны реагировать и правозащитные организации, и, скажем, авторитетные политики для того, чтобы в отношении политузников все-таки не оказывалось вот такое давление и их непосредственно нахождение в карцерах или спецблоках, или в ШИЗО. Далее у нас есть информация о том, что очень холодно в камерах, часто бывают в камерах, находятся грызуны, крысы. Соответственно, жалобы на то, что родственники не могут получить разрешение на встречу с политузниками. Далее жалобы на то, что во время судебного заседания политузников помещают в маленькую комнату, и таким образом они находятся в узком пространстве с закрытыми окнами. Далее жалобы на то, что дают либо просроченные сухпайки, либо вообще не предоставляют пищу для политузников, и, соответственно, они приезжают на заседание суда или по несколько дней могут не получать адекватной еды для того, чтобы не быть голодными. А также есть жалобы на неоказание медицинской помощи и ограничение получения посылок. Также нарушение права на совершение прогулок на свежем воздухе. Ну и относительно питания я уже говорил. Я думаю, что более подробную информацию об этом вы сможете узнать непосредственно на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра, где более подробно вы можете получить информацию о том, по отношению к кому из политузников совершались подобные действия. Следующая категория – это военные учения, призыв и пропаганда.
военные учения, призывы, пропаганда. В отчетном периоде, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, КРЦ продолжил фиксировать на территории полуострова массовые военные учения, системную милитаризацию, регулярную пропаганду военной службы и незаконный призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Показательным является проведенный 24 июня военный парад, приуроченный к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Российские власти в Крыму провели 10 призывных кампаний и уже осуществляют, либо готовятся к 11-й. Так, например, сообщили о намерении призвать в российскую армию в течение весны-лета 2020 года около 3000 человек. Как и в предыдущих наших анализах, мы подчеркиваем, что данные действия являются нарушением статьи 51 Женевской конвенции. И, кроме того, в резолюциях ООН по Крыму содержится призыв к России прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды. И тут также стоит отметить, что прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного призыва крымчан на службу вооруженные силы Российской Федерации по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Итак, подытоживая наш анализ за первое полугодие, мы можем отметить следующее. Но в первую очередь, как было сказано в начале, что количество правонарушений по отношению к гражданам Украины, конечно же, по сравнению с первым полугодием 2019 года, конечно же, значительно уменьшилось. И это, опять же, мы связываем с коронавирусной инфекцией, во-первых. И, во-вторых, мы думаем, что это связано и с увлечением в этих вот политических процессах в связи с проведением так называемого всеобщего голосования, потому что российский политикум, оккупационная власть была увлечена всеми этими процессами, и им было не до этого. И сразу же после проведения так называемого всеобщего голосования мы увидели уже в июле месяце, о чем мы будем говорить в следующем нашем отчете, массовые обыски, массовые аресты. Следующая тенденция – то, что Российская Федерация продолжает репрессии в отношении крымских татар и проукраинских граждан, это очевидно. О том, что Российская Федерация пытается делать больше акценты на так называемые запрещенные организации Хизб-ут-Тахрир, свидетели Иеговы, и сюда опять же, здесь же обвиняют людей якобы в шпионаже в пользу Украины и в перевозке или хранении оружия, или участие в так называемом незаконном вооруженном формировании. Это еще раз говорит о том, что оккупационная власть системно ведет работу по запугиванию граждан, системно ведет работу для создания некого такого фона на международном уровне о том, что они борются не с украинцами и крымскими татарами, а они борются с религиозными там, фанатами и с религиозным терроризмом, террором. Хотя на самом деле в Крыму и когда Украина полностью контролировала Крым. И даже после оккупации именно на религиозной почве не было ни одного теракта. И на самом деле это, на наш взгляд, использование Хизб-ут-Тахрира как инструмента, или свидетелей Иеговы, как инструмента для запугивания граждан. И с другой стороны, создание такого фона, что в Крыму есть опасность религиозного терроризма. Ну и еще хотелось бы уделить внимание, что за эти полгода стало более активно проявляться преследование за так называемое религиозное миссионерство, которое не согласовано с оккупационной властью. То есть, как мы видим, ФСБ пытается взять полностью под контроль. Ну и также оккупационная власть продолжает преследование в отношении граждан Украины, которые вынужденно находятся на территории материковой Украины, в виде проведения судов или открытия уголовных производств для того, чтобы максимально ограничить их участие на различных международных площадках, выезда или въезда на территорию Крыма, или выезда или въезда в третьи страны. Ну и, конечно же, мы продолжаем наблюдать за всеми этими процессами и, соответственно, систематизировать. На сайте Крымско-Татарского ресурсного центра вы можете получить более полную информацию. Кроме
Кроме того, на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра есть кликабельная диаграмма, где вы можете получить полные данные, полные списки как всех жертв оккупации Крыма. Да, я еще добавлю, что данные цифры, которые мы озвучили в данном отчете, они не претендуют на полноту, потому что не все случаи нам известны, либо не все случаи поддаются публичной огласке. Ряд обысков, задержаний или допросов могут оставаться незамеченными, скажем так, потому что либо те люди, которых задерживали, либо по каким-то другим причинам этому не придается публичной огласке. Но тем не менее, вот те цифры, которые мы смогли зафиксировать за первое полугодие 2020 года, они уже демонстрируют о системности нарушений прав человека в Крыму, о том, что репрессии по отношению к крымским татарам, проукраинским активистам продолжаются. И сравнительные столбики, где мы показываем общее количество нарушений и нарушения по отношению к крымским татарам, также свидетельствуют о системном давлении на представителей коренного крымско-татарского народа. И также мы хотим поблагодарить активистов в Крыму, которые, несмотря на что, продолжают фиксировать все эти незаконные репрессивные действия со стороны российских силовиков, которые лишаются свободы из-за своей позиции, из-за того, что они пытаются показать мировому и международному сообществу те нарушения, которые сегодня имеют место быть в Крыму, те обыски, задержания, аресты и так далее. И поэтому мы выражаем благодарность всем активистам в Крыму, правозащитным организациям, средствам массовой информации, которые продолжают поддерживать тему Крыма на повестке дня, потому что, несмотря на то, что уже идет 7-й год оккупации, очень важно, чтобы в первую очередь в украинских СМИ и желательно международных СМИ тема Крыма всегда была на повестке дня, чтобы люди знали о тех репрессивных и противоправных действиях на оккупированном полуострове. Ну и хотелось бы обратиться к нашим соотечественникам, которые проживают в оккупированном Крыму, на оккупированных территориях, чтобы фиксировали, чтобы брали копии тех протоколов обысков, там, допустим, протоколов допросов, предостережений и так далее, и, соответственно, присылали нам, потому что данные документы, они очень важны в дальнейших процессуальных действиях в деле Украины против Российской Федерации, как в Европейском суде по правам человека, так и в Международном суде ООН, ну и в том числе и при подготовке уже документов в международные судебные инстанции, лично от тех пострадавших людей, которые пострадали от незаконных действий оккупационной власти. Спасибо. Друзі, чи є запитання до спікерів? Доброго дня, Микола Мирний, видання «Зміна». Скажіть, будь ласка, чи є у вас загальне бачення, що потрібно зробити, щоб змусити Росію зменшити політику порушення прав людини? Можете назвати пунктами комплекс заходів, як, на вашу оцінку, Україна справляється також із своїм порядком денним? Ну, в данном случае мы неоднократно говорили публично, мы еще раз повторимся, в этом плане нужно работать как на уровне украинском, так и на уровне международном. На уровне Украины, конечно же, в первую очередь нужно провести соответствие законодательства, в частности, принять закон о политузниках, для того, чтобы государство Украины могло оказывать помощь защите наших соотечественников, именно оплачивая или поддерживая, а также поддерживая семьи в социальном плане. Что касается на уровне международном, мы видим несколько путей, и мы исходим из того, что если провести анализ освобождения или обмена политузников, скажем, 2017 года, 2019 годов, то здесь мы четко должны понимать. Первое. Мы должны, вернее, ситуация с освобождением наших политузников, она в первую очередь зависит, или в основном зависит от одного человека. Это Владимира Владимировича Путина. И, соответственно, он может пойти на обмен только тогда, когда будет адекватный обменный фонд
Украины. Соответственно, и Российская Федерация будет нуждаться в этом обменном фонде, как это были случаи обмена, если помните, кроме моряков еще были обменены ряд политузников, достаточно токсичных для них. Создавать токсичность для Российской Федерации, как это было сделано с Сенцовым, с Олегом, с Балухом. Следующий этап, конечно же, активно работать на международном уровне для того, чтобы чтобы в каждой стране действовали законы, аналоги Магнитского, и, соответственно, притворялись в жизнь акты, притворялись в жизни персональные санкции в отношении тех преступников, которые принимают решения. Следующий этап – это, конечно же, создание ситуации в виде, давайте вспомним Международный морской трибунал по морскому праву и освобождение 24 моряков, и как раз-таки они были локомотивом к освобождению крымских политузников. А что касается ситуации с освобождением полоненных или военнопленных, то здесь какие-то переговоры еще идут, и они какие-то дают результаты. И мы видели декабрьский обмен, апрельский обмен на уровне нормандского формата. Но мы понимаем, опять же, чтобы Россия была заинтересована в обмене или освобождении наших граждан, то здесь, конечно же, наша задача активизировать и получать позитивные решения от международных судов, которые вынуждена, по сути дела, Российская Федерация выполнять. И последний посыл, о котором мы всегда говорили, говорим, очень важно, чтобы была, скажем, был патронаж от известных политиков, культурных деятелей в отношении каждого из политузников. И поэтому Крымско-Татарский ресурсный центр в свое время заявлял о том, что мы работаем над программой «Крестный отец». То есть, чтобы патронаж могли проводить политики. Конечно, это сложный процесс. Конечно, очень сложно объяснить политикам достаточно высокого уровня то, что эти люди не имеют никакого отношения к терроризму, никакого отношения, скажем, к исламскому или там, христианскому радикализму. И поэтому в этом плане приходится очень долго доказывать для того, чтобы люди могли брать на себя ответственность и, соответственно, не финансово, а больше политически выполнять или системно заявлять о том или ином политузнике. Эта работа продолжается, и, конечно же, она непростая, но она очень важная, и чем больше будут политические деятели говорить о наших политузниках, тем больше шансов будет их освободить. Є запитання від Українського кризового медіа-центру. Зараз багато аналітиків, експертів говорять про можливий наступ російських військ на Україну з метою захоплення північно-кримського каналу під приводом забезпечення місцевого населення водою. Скажіть, чи володієте ви інформацією, наскільки драматичною є ситуація для тих, хто проживає в Криму, в плані забезпечення водою саме для гуманітарних потреб? Чи це виключно буде робитися з метою забезпечення промислового та військового, так сказати, потенціалу Росії в Криму? Ну, скажімо так, в Криму вчора лив дощ. И, соответственно, вода иногда поступает в Крым. Но, скажем, а если более серьезно, то на самом деле именно собственных крымских ресурсов, водных ресурсов для обеспечения вот именно гуманитарных нужд, для питья, для, скажем, элементарных гигиенических, скажем, процедур, воды вполне достаточно. Поэтому здесь речь идет о том, что оккупанты сегодня заинтересованы в подаче воды для того, чтобы обеспечить, опять же, химические предприятия на территории Крыма, обеспечить содержание своих, скажем, военных сил и, соответственно, необходимо для сельского развития агропромышленного комплекса. Поэтому говорить о подаче воды для того, чтобы русские заливали свои радиаторы, радиаторы танков, вернее, и бронетранспортеров, то здесь нет никакой необходимости. Другой вопрос, что, конечно же, в этом заинтересована оккупационная власть, и они всячески пытаются изыскивать те или иные возможности. Если помните, именно за эти полгода были и обращения в структуры ООН, так называемой Поклонской,
Были и заявления на международных площадках. Кстати, в этом году из-за коронавируса мы зафиксировали случай, когда под видом общественной организации выступал или делал заявление чиновник оккупационной власти Мурадов. Он является представителем так называемой Республики Крым при президенте Российской Федерации и вице-премьером Республики Крым. О чем мы сделали обращение во все международные организации для того, чтобы были внимательными, потому что это нарушает санкционную политику. Что касается агрессии России, то, конечно же, здесь и не только украинские аналитики, в том числе и западные, американские аналитики говорили, что и говорят о том, что действительно достаточно высокая степень агрессии и вторжения Российской Федерации, дабы заполучить подачу воды на территорию оккупированного Крыма. Ну и даже есть предположение, что могут полностью отрезать выход Украины к Черному морю. С другой стороны, и, конечно же, наличие порядка 90 тысяч контингента на границах с Украиной российских войск, это вполне свидетельствует, что Россия может предпринять подобные действия. Но учитывая, что все-таки за эти полгода упала цена на нефть, упала цена на газ, упал спрос на нефть, а это основные доходообразующие направления в российской экономике, и, соответственно, прямое вторжение в том числе и будет недешево стоить для Российской Федерации. Поэтому мы должны, как общественники, с одной стороны, системно напоминать нашим компетентным органам для того, чтобы наша оборона была готова. И в связи с этим, насколько нам известно, на территории Николаевской области и Херсонской области проводятся учения вооруженных сил Украины. И, соответственно, мы хотим обратить внимание, мы об этом неоднократно говорим, чтобы взяли под полный контроль дамбы, потому что, ну, скажем, взорвать дамбу – это не проблема. И тем более вы знаете, что совсем недавно была нейтрализована диверсионная группа на востоке Украины, которая хотела взорвать там склады, по-моему, с химикатами. Поэтому расслабляться абсолютно нельзя. Нужно всегда думать о том, что оккупанты не, скажем, не успокоились. Они системно продолжают свои действия. И те 200 поправок в Конституцию Российской Федерации, они четко дают посылы, что Российская Федерація не остановится і буде продовжувати агресивні дії в відношенні України. Дякую. Більше запитань у нас немає ні в залі, ні під трансляцією, тому будемо дякувати всім за увагу, дякувати спікерам і завершувати.